Скажу еще пару слов о психологии женщин для лучшего понимания того, о чем я рассказывал в своем предыдущем ролике. Какое-то время я пользовался смартфонами одной марки, а потом решил взять смартфон от другого производителя. И вот когда я настраивал новый смартфон, то обнаружил, что в нем нет одной опции, которая была в моих старых смартфонах. Я просмотрел все настройки, но так и не смог эту опцию подключить, потому что ее там просто не было. Вот так же и в психологии женщины нет каких-то опций, которые есть в психологии мужчины. Но тем не менее, мужчины эти опции у женщины продолжают упорно искать. Женщины очень внушаемые. Я думаю, с этим спорить никто не будет. Маркетологи продают женщинам совершенно ненужные вещи, а мошенники разводят женщин на огромные суммы. Но тем не менее, вы никогда не сможете понизить самооценку женщине. Вы не сможете внушить ей, что она говно, потому что у нее нет такой опции. То есть самооценка у женщины закреплена намертво от рождения. И в настройках женщины нет возможности ее изменить. А вот в настройках мужчины его самооценку менять можно. Мужчина в разных ситуациях может себя чувствовать как полным говном, так и властелином мира. И это отличие психологии мужчины и женщины необходимо очень четко понимать. Вы никакими способами не можете повлиять на самооценку женщины. Но вот заставить ее сделать то, что вам нужно, вы можете. А поэтому именно в этом направлении с женщиной как раз и нужно работать. И как только вы перестанете ругаться с женщиной и доказывать ей, что она какая-то не такая или что-то сделала не так, а начнете ей манипулировать, то у вас сразу все получится.